над вами. В случае необходимости выбрасывается автоматически. Возьмите одну из масок, плотно прижмите к носу рту, кислород начнет поступать. Более подробно знакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. В целях обеспечения безопасности полета просим вас не пользоваться компьютерами и сотовыми телефонами во время взлета и снижения самолета. На рейсах нашей авиакомпании не разрешается курить независимо от продолжительности полета. А сейчас, пожалуйста, приведите спинки кресел в вертикальное положение, закройте столики индивидуального пользования и застегните ремни безопасности. Командир корабля и экипаж желают вам приятного полета и хорошего самочувствия. Благодарю за внимание.